Кстати, вот так позабирали. Кто? Ты он и эти. Журналист. Пошли. Нас только не снимают, чу. Да, и нас тоже не снимают. Я в курсе, ребята. Ребят, информация подтвердилась по поводу бомбежки. Сами видите, блин, влупили, так скажем, нехило. Перед этим показывал остатки осколков, то, что повытаскивали. Сандалили очень прилично. Все-таки самолеты работают. Как сказал таксист, блин, 4 самолета работали сегодня. Видите, блин, кратеры. Ребят, может реально картинка тупить, потому что здесь очень сильно глушит связь. Могу перейти в офлайн, да, скорее всего. Ну, сами видите все. Раздолбали очень нехило. С воздуха, блин, наводка была. Видно по деревьям. Сушки долбили очень хорошо. Разнесли все к чертовой бабушке. Окна все повылетало. Еще какой-то дом пострадал? Много, да? Ребят, ну это остатки, по-моему, кумулятивного снаряда, насколько я не ошибаюсь. Это вот то, что чем стреляли. Надо на пол бати его отбить. Да, там. И окна только повылетало такое. Ну здесь, так скажем, мелочи жизни, блин. Ух ты, ё-моё. То есть бомбежка Луганска продолжается. Это что говорили по новостям, что перекрыли, блин. Никто ничего не перекрыл. Вы наблюдаете сами. Честно говоря, здесь погром гораздо больше, чем на облраде. Входное отверстие, ребят, видите? Ё-моё. У меня вот эта матраса, она по 5 секунд у меня не было. Успел, да? Меня выкинуло туда. Ну, вот человек, который пережил эту бомбежку, он показывает всю территорию бомбежки. Ему под кровать залетел снаряд, человеку повезло, что его отнесло. Иначе, грубо говоря, с нами он бы уже не разговаривал бы. С ума сойти. Это вас отнесло, да? Да, меня туда выкинуло. Выкинуло на улицу. Повезло. В рубашке родились. Это рядом с Луганском, я даже не могу... Возле станицы. Это вот бомбили станицу.